Всем привет! Меня зовут Владимир, моя фамилия Адаев, и это новый обзор от компании Boil. Сегодня у нас на обзоре кран iTap X2. Все краны у нас находятся в таких индивидуальных коробках, упаковках. Давайте развернем ее и посмотрим, что входит в комплект. Это непосредственно сам кран. На два сорта пива. Штуцер для крепления как на стойку, либо там фальш-панель, либо в стену. И быстросъемные пластиковые ниппеля. И, конечно, инструкция. А теперь немножко подробнее. В чем же его особенности и преимущества? Давайте разбираться. Преимуществом данного крана является возможность с одного крана разливать два сорта напитка. Если количество кранов в вашей точке ограничено, используя данный кран, вы можете расширить ассортимент. Данная модель поможет сократить затраты на покупку оборудования, так как через нее можно проливать два сорта. Как и вся продукция, данный кран изготовлен из высококачественных пищевых материалов. Данная модель обладает повышенной степенью надежности за счет цельного корпуса и отсутствия металлических закладных. Данный кран не имеет сменных расходных запчастей. Кран очень прост и удобен в работе. Кран укомплектован быстросъемными ниппелями. Смотрите, как удобно ими пользоваться. Монтаж и обслуживание данного крана – просто песня. В базовой комплектации данный кран укомплектован обычным пластиковым штуцером. Для удобства монтажа и обслуживания мы рекомендуем обратить внимание на шлицевой штуцер, подробнее о котором можно будет посмотреть видео на нашем YouTube-канале. Пожалуй, это лучшее сочетание цена-качество. iTap X2 – очень интересное предложение от компании Boil. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях под видео. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А у нас на сегодня все. До новых встреч. Пока. Счастливо.